То, что одному не по силам, возможно сделать всем вместе. Русфонд и ГТРК «Южный Урал» продолжают акцию помощи. Сегодня она требуется 12-летней Ярославе Кожевниковой из Челябинска. У нее тяжелое врожденное заболевание челюсти и лица. Без дорогостоящего лечения не обойтись. Ярослава поначалу очень стесняется камеры и не выпускает маму из рук, но несколько минут и девочка привыкает к съемочной группе. Рассказывает о своих увлечениях, любви к музыке и созданию портретов. Больше людей люблю рисовать, пока упражняюсь на глазах. Вот только общаться Ярославе сложно физически. Девочка родилась с тяжелым недугом – расщелиной губы и неба. Пока была малышкой, даже не могла жевать, а еда с трудом попадала в организм. Еда в нас попадала. Проблемы с питанием были. На ушки постоянно у нас были осложнения из-за этого. С речью. Позади уже 5 операций и большой прогресс, но требуется еще как минимум 2, а до этого необходимо провести подготовительное лечение. Начато ортодонтическое лечение, направленное на расширение верхней челюсти. На первом этапе оно велось с помощью несъемного каркасного аппарата. Сейчас нужно установить несъемный дуговой аппарат. После завершения лечения проведем операцию по костной пластике верхней челюсти. Стоит лечение более 300 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь Ярославе могут наши телезрители. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Сделать пожертвование можно также через мобильное приложение. Все подробности на сайте Русфонда. А мама с дочкой, которые прошли уже столько испытаний, продолжают бороться с недугом и поддерживать друг друга. Говорят, больше всего их вдохновляет результат, которого уже удалось добиться. Но окончательная победа над болезнью еще впереди. Наталья Махиня, Виктор Завьялов, Вести, Южный Урал.